Всем привет, вы на канале Сурнов Никита, с вами я, как всегда. О, вот. А, видимо, я пробел случайно нажал. Продолжаем играть, я посмотрел по звуку, вроде все нормально, в принципе. И меня слышно, и игру нормально слышно. Эй, все норм? Более-менее. Более-менее. Акува. Жалко, о, сейчас будем перерождаться. Думает, мы будем грабить самолет? Эй, сувенир, это круто. Из-за одной вещицы никто не пострадает. Ну конечно, я ну конечно. Ха, ну вряд ли рэк проверяют каждый день. Вон. Силуэт. Это он. Ух ты! А он гораздо больше, чем я думала. Так, начинается талософобия. Моя любимая фобия. Это же охренеть какая находка! Это офигенное Давай чувство. Попробуем, поищем вход. Дуки оф Мхан. Ну, капитан, как насчет ПМТ со Старпомом? С кем? С каких пор ты Старпом? Молотком? Нет. Пылки Юнга? Все равно нет. Твой щедрый красавчик-клиент просит тебя составить ему компанию за бутылочкой ледяного пива. Неодобрение. Я пас, мне нужна трезвая голова. О, она пас. Мой любимый персонаж. Мне пока что надо следить за твоими друзьями. И соси жопу, красиво могу тебе яйца рабы. Откусить. А деньги откуда? Ты в курсе, что невежливо спрашивать девушку о деньгах? Есть такое. Я просто сам подумывал яхту купить, думал, может, ты расскажешь мне что-то как. Иди нахуй. Извини, у меня сейчас и без тебя дел хватает. Опа, что-то не так. А, знаешь что, я лучше позабочусь, чтобы Дюк оф Милан вел себя хорошо. Да, капитан. Дождись, пока остальные вернутся на поверхность, поговорить с Брэдом. Так, он выключил, погода, а мы включим. Ясная. Так, ну погнали, поговорим. Так, а что у нас? Что-то новое появится, если мы за другого персета посмотрим? Нет. Найс, картинки. О, она может. Толчок. О, новая картина. Держу. What? Какой-то чел на нас нацелился. А мы схватили лодку. И теперь надо понять, мы будем за того челика, если мы будем за, ну, за черного, или за кого, или кто будет улетать. То есть там еще надо посмотреть варианты. Так, тут у нас ничего нет. Тут все, в принципе, все наше. Йоу, Брэд. Ну почему я не могу туда пройти? Как ты тут? Могу. Мучаюсь из-за пива. Чувствую себя лузером. Полегче На с выпивкой. На будущее, полегче с выпивкой. В открытом море пить опасно, так и до беды недалеко. Принято. Надеюсь, нашим голубкам нравится под водой. Надеюсь, они все-таки знают, что делают. На глубине в 20 метров это важно. Алекс любит подурачиться, но на дайвера он учился серьезно. А где еще они погружались? Я по их заказу решила, что они новички. У Алекса и Джулии много погружений, а я любитель. Но я готов. Я готов. Увидимся. Так, доверие, недоверие. О, что-то еще можно открыть. Что это? Я... Блин, да стой! Как здесь неудобно это все делать. Нужно нажимать, отводить, зажимать, держать. Фелисити Дюбуа. Даф Авеню, Сантара, номер счета, уважение мисс Дюбуа.
Следующим уведомляем, что вы не выполняете обязанности по внесению регулярных платежей по вашему личному кредиту. Остаток кредита составляет 24 тысячи, из них 3 тысячи должны были быть внесены к 1 августа. Данный платеж просрочен с этой даты. Многочисленные запросы выполнения платежа и прошу отреагировать, искренне ваш. Дайверы 5 тысяч, туры 2400, рыбалка 5, продать ноут 6. Всего за месяц 8500. Позвонить банк, отключить сотовый. Хороший план. Надежный, как швейцарские часы. Уплыть в море просто. Взять кредит на корабль и уплыть в море, чтобы тебя никто никогда не нашел. Так, она сама на свои эти посмотрит. Сама на свои удостоверения личности. Ой, надо было это раньше сделать. Так, тут у нас... Ой, еще что-то. Прием, прием. Дюков, Милан. 20 миль к северу от берега. Прием. Слышу вас. Чем помочь? Прием. Прошу сообщить об установленных правилах поведения на неопознанных обломках крушения. Прием. Любое взаимодействие с обломками крушения, как опознанными, так и нет, карается штрафом или тюремным заключением. Прием. Ого. Поняла, спасибо. Прием. Дюков, Милан. Дюков, Милан, хотите сообщить о находке? Какова цель запроса? Прием. Мы предоставим полный отчет. Сообщать не о чем. Мои безмозглые клиенты с избытком багажа и понтов ищут приключений. Нахрена я вписалась? Прием. Похоже, хлопот у вас хватает. Прием. 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 О, нет, пираты? Чем им нужно? Это не береговая охрана. Значит, мы не арестованы. Что нам теперь делать? Что-то тут не то. Ты сейчас не лезь и лучше помалкивай. Понял? Бля, пираты реально. Парни, лучше сделайте крюк, у нас внизу дайверы. Вы нам лодку повредили, видели? Посмотрите. Мы можем это легко уладить, не волнуйся. Что скажешь, баксов 10 хватит? О, понял, виноват. Пусть будет 20. Ай, ну, блин, ладно, тебя убьем, похуй. Вижу, с вами не поторгуешься. Лады, вот, держите. Я иду ва-банк. Кобзда тебе. Идиот. Идиот. Это была пародия на Волк с Уолл-стрит, что ли? Плохая. Ой, трупаки. Так, ему прострелили голову, кстати. Конрад сказал, на одном из кадров виден проход. Турель, мы пролезем здесь. В турели? Ой, звучит как плохо. Ой-ой-ой. Сейчас повредит себе. Ой, не делал. Эй, осторожно. Эй. Тут опасно. А пропустишь даму? Маму. О, исследуйте обломки самолетов. Минут.
минутку, я хочу сказать. Офигеть, Алекс, ну мы крутые. Мы это сделали. Мечта сбылась. Ну все, не будем тратить время. Вперед, к открытиям. Дырка. Это интересно. Ой, там какая-то картиночка. Джулия, стой. Тебе придется снять всю снарягу. Не надо. Там очень тесно. А вдруг ты застрянешь без ребризера? Расслабься ты. Не обламывай мне кайф. Все хорошо. Не обламывай мне кайф, сдохнуть. Серьезно? Я просто беспокоюсь о тебе. Ну, они адреналин испытывают лютый, конечно. Не бойся рискнуть. Так, сейчас мы будем рисковать ей. Чтобы получить какую-то картиночку. Так, окей. Ой-ой! Страшно, вырубай. Ну, стальные яйца, конечно. Опа! Ой-ой! Где она? Ну и все четко. Если совершишь ошибку, это конец. У нас всего один шанс. Я знаю, что я делаю. Все хорошо. Расслабься, видишь, я жива. Но проблема. Эгоизм. Идет поиск. Область поиска один чисто. Написано самолет спасательный. Вылетел с американской базы. Что происходит? Как будто у меня лагает. Все нормально? У меня звук отстает. У меня вебка отстает, а игра не отстает. Что за бред? Надеюсь, все нормально. Летел на помощь кораблю. Так, летел на помощь кораблю. Ой, скоро. Нет, что у меня с ОБСом? О, блин, что такое? Не пугай меня, пожалуйста, ОБС. Так, летел на помощь кораблю. Посмотри. Бомбодержатели переделали под шлюпки. Интересно. Все? Одной шлюпки не хватает. Кто-то уплыл. Посмотрим, что еще тут осталось. GoPro. Кто-то уплыл на шлюпке. Кто-то смог выжить. О, боже. Он точно нет. Разве не должны были рыбы съесть это все? Даже кости. Ну, скелет. Ну, скелет. Он что-то держит. Ой. Даже не забрала? Чёрта тут случилось. Ой, сейчас акула в эту дырку вылезет. Они знали, что им конец. Так, подожди. Ну не обратно же. Ты слышал? Давай проверим. Давай проверим. Да, они явно не знают, что они в ужастике. Что это такое? Я тоже теперь хочу. Это даже выглядит круче, чем аэрозольный пистолет. А вот у него настоящий. Но он такой не выстрелит. Если выстрелит, это, конечно, фэк. Ё-моё! Океан стал мокрее. Не самый плохой исход. Ой, блин, как бы я хотел пописать во время дайвинга.
пилот и второй пилот. Наверное. В авиакатастрофе мне бы умереть не хотелось. А он застрелился. Он, кстати, застрелился. Осторожней. Он уже очень давно тут лежит. Да-да-да. Ну, может, не надо крутить? Не надо это делать! Ого! Боже! Ничего больше не трогай, прошу! А... Тут же просто любой порез, и ты умираешь от гангрены какой-нибудь, столбняка. Хотя... Хотя... Не обязательно. Соленая вода дезинфицирует же, нет? Ой-ой... Ой-ой. А. Надо отсюда выбираться. Срочно. Бумажка. Хватай ее. О! Акула! Здесь акула? Ну иди сюда! Темноперая серая акула. Мы ей не интересны. Поплыли. Так, а кому мы интересны? Постой. Ладно. Я... Что с тобой? Что-то не так? Ну, я не уверен. Я хотел кое-что с тобой обсудить, но... Сейчас не лучшее время. Что? Что с тобой случилось? Ничего. Ничего, просто до сих пор трясет. Мы же только что чуть не сдохли самым глупым образом. Да зато адреналинчик. Давай уже подниматься. Эй, серьезно, что с тобой? Ничего. Ты меня пугаешь. Ну, неважно, мне надо было молчать. Давай, нам давно пора подниматься. Но он же не хотел сказать «я тебя люблю». Лиз, говорит Джулия. Они и так мы вроде вместе. Мы поднимаемся, ждите. Эй, куда там другая лодка? Стой. Джулия, плановая декомпрессия. Эй! Черт! Что Воу. За хрень? Нам надо подниматься. Стой, плановая декомпрессия. Черт, ну ладно. Без нее нельзя. Это что? Плановая декомпрессия, чтобы давление, типа, уравновесить. Господи, как же это долго, просто пытка! Еще несколько секунд. Все, можно. Давай, давай. Эй, что там у вас творится? Что здесь такое? Ничего такого. Все уже нормально. О, пустяк. Твой младший братец просто решил взорвать мой гриль. Конрад, ты просто неисправим. Фух. Видите, а если бы я поспешил, она бы сдохла от давления. А что там за лодка была? Рыбаки проплывали мимо и зацепились за трос. Неважно. Пустяки. Вы лучше скажите. Что-нибудь нашли? Ну, мы нашли самолет. И он гигантский. Там столько всего. К сожалению, не потревожить его нам не удалось. Как? Почему? Ну, вообще из-за троса. Черт. Все плохо? Ну, начнем с того, что кабины там больше нет. Просто не знаю, что сказать. Ну, сделаем вид, что так и было. Так, что, все нормально? Он недоволен. Знакомитесь с нашими искателями приключений. Алекс и его младший брат Брэд плавают с крупной рыбой. Как бы их тут не сожрали. И Джулия. Любовь всей жизни Алекса. А он ее любовь. А Конрад? Храбрый парень, не так ли? Вообще нет. Или, может быть, самоуверенный? Дурак. А вот и капитан Флис. Сильная. Решительная.
упрямая. Похоже, на нее не действуют чары Конрада. По крайней мере, пока. Пока? Не, пока что нет. Вы помогли им принять решение, которое их еще порадует? Прекрасно. Все хорошо, да, типа? А самолет реально целый? Как и ожидалось. Да, он реально целый. Мы как в прошлое попали. Ух ты. Ну, то есть в такое альтернативное прошлое, в другом измерении, где все на дне морском, и вокруг рыбы, водоросли и акулы. Акулы? Простая рифовая. А я все равно испугалась. А Конрад там разве не собирался принести нам еще пиво? Ну, может, подумал, хлебну для рывка, потом напился. А как напился, так и про нас забыл. Ну и выпил все, что там было, в одно лицо. То есть подобный феномен уже наблюдался? Да, я за ним годами наблюдаю. Пойду поищу. Эй! Эй, чего ты притих? Ты как? Да я тут задумался о нашем безумном погружении. Такое не просто в голове уложить. Ну что такое? Что он утаивает? Непросто. Все нормально? Мне можешь сказать, как есть. Но я... Я просто волнуюсь о нашем будущем. И все. Что дальше? Счастливое будущее? Я думаю, дальше у нас будет долгая и счастливая жизнь. Вместе. Правда. Знаешь... Ты лучшее, что со мной случалось. Я люблю тебя. Я люблю тебя, Алекс. Не, я не люблю его. Она любит. А куда все делись? Пойду гляну. А ты тут подожди. Ой, вот сейчас точно мы увидим на горизонте. Эй, а где мой брат? Или Флис? Не знаю, я как-то отвлекся. Идем поищем. Идем. Ну, и где же, ну, волшебные врата? Туалет? Чего разошелся? Уймись, надоел. Так, все, хватит с меня. Конрад, что-то я пива не вижу. А, точно, пиво. Я уже несу. Все ненавидят Конрада. Ну, не знаю, противный чел. Я бы в реале с таким не смог общаться. Типа, он бы на меня пошутил, сказал: я ебал твою мать. Он бы охуел просто, блядь, разозлился. Я бы ему разъебал ебало. Так, раз мы все собрались, давайте рассмотрим навигационный план. Ну, жестко, ну, жестко. Может, поймем, ну, как а сюда чё? Попал самолет. Где планшет? В твоей сумке. Ага, принесу. Эй. Так, нам дают походить. Найдите планшет. Что это такое? Фотоаппарат? Не, все путем. Прости. Что-то... Я так задумался. О. Пип. А после того, что случилось, нырять нельзя? Ну и фотки. Давай я еще раз повторю для протокола. О, вот это красивое. Заплывать в самолет было поступком очень рискованным и противозаконным. Окей? Но дело уже сделано, и теперь надо молчать об этом вечно. Иначе попадем в тюрьму. Интересно, я какой-то интересный момент. 1060p? Что это за камера? Это не GoPro. Я с вами. Хочу своими глазами увидеть. Эй, где планшет? А, прости, я отвлеклась. Ничего, найдем его. Куда ты пошел? Я найду планшет, отстань. Ой, черт. Я хотел есть. Потыкать идем. По кораблю. Иди сюда, красотка. Ну чпекни ее, чпекни. Полегче, тигр. Нас там ждут. Вот он. Ну, планшет. Это планшет? А, планшет типа для бумаги? Такой планшет? Кто от этого откажется? Внимание, зацените. Маньчжурское золото.
реальные затонувшие сокровища. Что скажете, Кэп? Координаты? Ну да, это координаты. Пункт назначения самолета? Сможем завтра туда дойти? О, нет. Это пара часов отсюда, ну, по погоде. Ого, а еще что нашли? Сначала я нашла в тубусе план полета. Я его вытащила и прочитала, что это спасательный самолет с американской базы. И там были спасательные плоты, но одного не хватало, это странно. После войны дальние бомбардировщики применяли как спасательные самолеты. Совести у вас нет. В смысле? Я же говорила, ничего там не трогать. Ну хватит, не начинай опять. Я сейчас не про закон. Ну мертвых? Они не сердили. Нет, вы творите, что хотите. Нельзя было там ничего трогать. Ты права. Мы были неосторожны. Мне очень жаль, что так вышло. Ладно, может. Ну а как они узнают историю, если не потрогают? Я не понимаю, в чем проблема. Типа вот это вот нетрогание. В реальном мире я бы не понял. В этом мире, конечно, блядь, ничего не трогаешь. Сиди дома, вообще не вылазишь. Все, ничего не делаешь вообще. Сидишь дома, играешь в компьютер. Все. Никакие дайвинги. Вам вообще не надо было туда спускаться. Это не к добру. Думаете, можно смело тащить оттуда, что хотите? Но у всякой вещи есть своя энергия. Вы зовете призраков с морского дна. Началось. Ха. Об этом я как-то не думал. Да ты вообще редко думаешь. Просто раньше я не слышал таких крутых страшилок. Это вам не страшилки, не развлекалочка. В океане тонут люди, их могилы надо уважать. Я согласен. Брэд, много страшилок знаешь? Ну, знаю, но они, конечно, совсем не такие, как у Флис. Сказку давай. Ну, послушаем. Давай. Мы все уже заинтригованы. Только она довольно бредовая. Ну, давай, напугай нас. Ладно, поехали. История реальная. Случилась прямо тут рядом. В очень старом маяке. Ну да, классика. Да ну, не верю. Откуда знаешь? А, ну, в порту я встретил дряхлого старика, просоленного насквозь, повязка на глазу, деревянная нога, и за доллар я купил эту тайну. Похоже на правду. Тот маяк стоял в атолле, отрезанный от внешнего мира, луч света во тьме, отрада моряка. Смотритель слышал, как волны бьются о скалистый берег. Вдруг из тумана выходит женщина. Она вся в крови, еле бредет по берегу. Без сил она рухнула смотрителю на руки, рыдая. Он привел ее на маяк и стал расспрашивать. А мужик-то молодец. Ловко. Шш. А она говорит. Я живу здесь. У меня вот эта вот плашечка... А, вы ее не видите. Вам повезло. Сзади меня плашечка постоянно появляется. Типа эгоизм, хуизм. На вот. Маяке. Мои родители сейчас вот наверху. Отношения обновлены. Смотритель, конечно, Конрад сказал. Минус. Вовсе нет. Он много лет живет тут один. А женщина все доказывала, что ее родители наверху. И вот, они идут наверх маяка, а там, на полу, лежат мужчина и женщина, жестоко убитые топором. И тут топор. Но у кого в наше время есть топор? Рассказываю как есть, только факты. Двух человек порубили на кусочки топором. Жуть какая. Ладно, и кто убийца? А женщина? Это все мой муж. Потом на шкаф смотрит и такая. Он вон там. Ну, конечно, муж. Вот именно поэтому я замуж как-то не тороплюсь. Тогда смотритель подкрадывается к шкафу, открывает, и так и есть. Внутри человек. И он глотку себе вскрыл. Смотритель в ужасе пытается разглядеть лицо мертвеца. Ближе. Ближе. И видит, что это он сам. Глаза у него вылезают, и он кричит. Ужас какой! Вот это поворот! Круто! Лихо закрутил. Ну, ладно. Ничего не понятно. Меня ты напугал. Здорово. В прошлый раз звучало получше, но сойдет. Ну ладно, повеселились и хватит.
Надо лечь поспать, а то погода портится. Не-не-не, по стандартному морскому регламенту перед отбоем мы обязаны выпить еще по пиву. Это что еще за регламент? Скуф! Стандартный протокол. Он соскусится очень быстро, сиськи вырастут, полысеет. Морского надзорного органа, подраздел 1099. Ага, где ж ты его видел? В интернете. А, на сайте про в любой непонятной ситуации пей пиво. Закон есть закон, мэм. А что, хороший сайт. Рубишь фишку, друг. Не, я пас. Этот мир стал злым и дерзким, как смириться с этим можно? Почему бухнуть не с кем, пью один, мне тревожно. Все приятели сбежали, у них жизни все в порядке. Под каблучниками стали и боятся правды матки. На меня видит игриво пиво, 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 пиво. На меня глядит игриво пиво, пиво. Так. Какая-то страшилка началась. И чё? Ну это, возможно, моряки те самые. Или друзья. Не друзья. Тихо. Джуниор. Да, это моряки. Скорее всего, это пираты. Боятся, правда, ма. Сейчас бы пиратов. Так, ну то, что это они, было понятно. Ну каким надо быть тупым? Снять ленту, снять ленту. Так, ну надо и тому тоже снять ленту. Надо всем снять ленту. Так, снять ленту. Надо всем снять ленту, так будет правильно. Бородка не пострадала. Джулия, ты как? А где мелкий пацаненок? Чё у него... А, ну чё, у него башка пробита, понятно. Эй! Эй! Пусти! Хватит! Блин! Уже почти. А может, это друзья её? Хорошего. Я думал с этого пункта начать. Боже, ну ты и кретин. Эй. Эй. Что они с нами сделают? Не волнуйся. Хотели бы убить, давно бы убили. Если просто убьют, это еще полбеды. Так, ну лучше сначала развязаться. Освободиться. Срочно. Так, ну у них должны же быть везде ножи. Никто не знает, что ты здесь, детка. Здесь никого, кроме нас. Давай-ка развлечемся. А не пошел бы ты нахер, дерьмо кусок. Слышь, отвали.
Надо было пресс напрягать. А у них даже оружия не было. А, ножи были, ладно, молчу. Не. Чего надо, уроды? Не, ну когда я буду за него играть, я... Такой ножичек! Это даже не холодное оружие. Слышь, ты чего? Остынь. Так, мы, наверное, промолчим. Потом с ним разберемся. Пожалуй, промолчим. Так, ну тяночку-то не трогаем. Отвали! 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 Тихо! Джоли! Они идут! Чем они связали их? Серьезно, руками не смогли это порезать? Не, ну если веревки, окей. Ну что, я не понимаю, что это там. Господи, Конрад! Нет, пустите! Ой-ой! Эй, руки убери! Сволочи! А, да, то есть... А, дверь закрывается. Хлебал, закрой. То есть с той стороны дверь закрывается? Не будут. Флис не тронули. Ну, всего лишь хотят так, изнасиловать. Я смотрю, с ними прямо спелось. Брэда видел? Да. Не бойся, он прячется. Давай. Повернись. Выбейте дверь, вы чё гоните? Руки не показывай. Как приведут Джулию? Попробуем на них напрыгнуть. Так, идут. Хорошая попытка напрыгнуть. Нет, ну что за хрень? Эй, эй, ты как? Что с тобой делали? Ничего, не трогали меня. Они спрашивали о родителях. Что? Сколько у них денег? Как он странно держит, конечно, ножницы. Теперь будем ждать, что они решат с нами делать. Может его угнать? Да. Да, у них катер. У главаря есть пистолет. Да ну. Кто-то может пробраться на катер. Дать сос. Я могу пробраться. Я залезу на катер. Чувак с пистолетом и не заметит, пока. Блин, бицухи у него такие слабые. Я пролезу в окно, только сначала надо его выбить. Слишком громко. Услышит. Мы дождемся удара грома. Отлично. Я вылезу в окно и на катер. А вы пока отвлеките их. Конрад, ты смотри в оба и двигай на катер. Ладно. Так, окей, я теперь понял хотя бы, что там нарисовано в картинке. Ну, было показано в картинке. 3, 4, 5, 6. Эй, о чем ты думал? Я же нажал. Я же нажал!
катер. О, контролируем пульс. Иди-ка ты в жопу. Нормально, нормально. Кони, давай! О, нож. Сбежать, надо сбежать. Показывали, что надо сбежать. Или показывали, что если мы сбежим, он достанет пистолет. Вот он достал пистолет. О! А, забыл. На этой посудине его не докатит. Фух. Веди их вниз. Держи. Стреляй, если надо. Стреляй, если надо. Садись. Вон там. Ты. Сюда. Сядь. Окей, картинка Живо. Помогла. Арете, бандикон! Семон Бато! Стоп! Ферме-ла! Je te mets mon poing dans la gueule! Je ne pige, je ne pois. Tente chou, je ne m'aime. Olson! О, Олсон! Сюда! Какие разнорасовые пираты. А, ну Франция. И наверное. Кто из вас мне расскажет про это маньчжурское золото? Погодка там не лучшая, чтобы, конечно, за этим золотом идти. Я бы в магазин просто, если бы я хотел есть, я бы не пошел в такую погоду. Потому что есть доставка еды, и здесь могла бы быть интеграция, но нет. Он о себе позаботится. Так, заткнулись, живо! Мы просто разговаривали. Говорили? Говорите тихо. Я скажу, Флис в этом замешана. Она с ними плавает в одних водах, так? Она тут капитан, а ее не тронули. Слила им про маньчжурское золото. Они в сговоре. Ты че хуйню несешь? Ушам не верю. Я только что потеряла все. А ты меня обвиняешь? Вы все заодно. Все, я за него не хочу играть. Он идиот. Я не хочу играть за идиотов. И ты нас подставила. Эй, мудила! Рот закрой. Тихо, все вы. Ты, со мной. Узнай, сколько продлится шторм. Но только давай без глупостей, а то сильно пожалеешь. Ясно? Ясно. Они типа плохо говорят по-английски. Прием. Слышу вас, Дюк. Все нормально? Прием. Эй, я просто хочу про шторм узнать. Дадите информацию? А то нас тут потряхивает. Прием. С востока идет большой шторм. Он вас сильно зацепит, но в течение часа должен уйти. Все в порядке, Дюк?
Скажите, если нужна помощь, обычно вас не пугает непогода? Ну... Нет! У нас нет варианта поговорить с сотрудниками береговой охраны, справитесь с ситуацией, переживите что. Все окей. Зашибись просто. Легкий дождик мы выдержим. Спасибо за информацию. Через пару дней выпьем на берегу. Был бы вариант заэволюировать, да, заэволюировать помощь. Ну, типа, кодовое слово «помогите, пожалуйста», да, ну, что-то такое. Можно было бы, ой, кстати, там, фига, как вовремя. Можно было бы сказать «help» наоборот, но при этом «l» перевернуть, и тогда, например, такое кодовое слово. Ого, вот это волнина. У меня какое-то волнение. Стой! Ну да, ладно, сбрасывай все. Ой. Помочь. Он прячется под койками. Ясно. Молчите об этом. Он может нас выручить. Про Брэда молчим. Лучше он будет там, чем с этими психами. Ну здорово. Он же может там погибнуть. Брэд взрослый. Не пропадет. Думаю, лучше ему пока не высовываться. Блин, самая проблема, что... Вот их, значит, тут держат, вся фигня. Но если они убьют их, да, такое самое простое действие, которое можно было бы там, ну, чисто, да, их накажут. Хотя, если они теперь хорошо спрячут трупы, тогда, может, и не накажут. Ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Чё, и там получается, значит, 20-й. Пока никто не умер. Все могло сложиться совсем иначе. Кто-то мог умереть. Вам удалось кого-то спасти. Риск оказался оправданным. На этот раз. Но не подверг. Все главное просто чекать. Все чекать, искать картины. Картины дают подсказку, что делать. Все. Нет ли это опасности остальных? Скоро мы все узнаем. Верно? По доброте душевной я мог бы некоторым образом предупредить вас о том, что грядет. Хотите? Кто предупрежден, вооружен. Отлично. Обратимся за вдохновением к поэту. Слушаем внимательно. Принцесский купец, акт 2, сцена 7. Принц марокканский достает свиток из глазницы черепа и читает. Не все злато, что блестит, вот что мудрость говорит. Теперь, когда напряжение достигло определенной высоты,
Полагаю, вы жаждете вернуться к своей истории. Но вот в чем дело. Все совсем не так, как кажется на первый взгляд. Угу. Не следовало мне этого говорить. Угу. Окей, на этом пока закончим. Но, как я понял, надо что-то вынуть из глаза. Если это подсказка. Не все то золото, что блестит, или что он там сказал. Ладно. Окей, на этом пока закончим. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Ой. Это вот эти секреты. Какие-то секреты. Моральные принципы. Ну ладно, все. Всем ББ. Увидимся завтра. Еще раз я это повторю. Пока что интересно. Не знаю, мне говорили, что фигня игры на самом деле. Но вроде пока интересно. Завязка необычная, так скажем.